Хорошая новость для тех, кто считал, что наши айфоны за нами подслушивают, потому что, согласно информации от Apple, это неправда. Поэтому расслабьтесь. Они так и заявили: мы не подслушиваем за нашими клиентами. Знаете, это напоминает ситуацию, когда сосед стучится в окно вашей ванной и говорит: «Я не смотрел, как ты моешься». Но ваш iPhone за вами не шпионит, и чтобы убедить вас в этом, компания Apple предприняла беспрецедентный шаг и выступила со следующим сообщением. Пользователи часто спрашивают Apple, много ли известно их телефону. Позвольте нам вас заверить. Нет, ваш iPhone за вами не шпионит. Что ваш iPhone делает, так это запоминает ваши пароли, ваши отпечатки и ваше лицо, а также следит за вашим перемещением и посылает все ваши фото в нашу базу данных, то есть в iCloud, где не в безопасности. Apple, мы не шпионим за вами, но у нас есть ваши голые фото, и мы знаем, где вы находитесь. Гильермо Родригес. Тебе стоит быть повежливее, Siri. Хорошо, Джимми. Переведено и озвучено каналом Shazam Studio. Если понравилось, то ставь лайк и подписывайся.